смотрите информационную программу Deutsche Welle ДВ Новости. Здравствуйте, наши главные темы сегодня. Евро-2016. Как накажут Россию за беспорядки футбольных хулиганов в Марселе? Расстрел в гей-клубе в Орландо. Ведет ли след к исламским экстремистам? И молодежный обмен. Как в нелегкие времена Германия и Россия наводят мосты? Хозяйка Евро-2016. Франция в шоке. Опасались террористов, а оказалось, что основная угроза исходит от футбольных хулиганов. Сначала бойню в Марселе устроили россияне и англичане, потом отличились агрессивные болельщики из Германии, напавшие на украинских фанатов. Теперь УЕФА всерьез раздумывает о санкциях против сборных Англии и России, вплоть до лишения их прав на дальнейшее участие в чемпионате. Решение может быть принято уже во вторник. Как спортивный праздник может для некоторых перестать быть таковым? В материале Глеба Гаврика. Нынешнее первенство Европы останется в памяти любителей футбола как чемпионат страха, пишет немецкая пресса. Страха не только перед возможными терактами, но и футбольными фанатами, которые бесчинствуют на улицах и трибунах стадионов. Поэтому УЕФА уже пригрозила дисциплинарными мерами. На сторону федерации встали и французские власти. Абсолютно необходимо, чтобы национальные федерации стран, чьи болельщики несут ответственность за инциденты такого рода, были наказаны. Не только за то, что произошло на стадионах, это, конечно, как минимум, но и за пределами стадионов. То, что произошло на трибунах, это относится, конечно, к российским хулиганам. Чем же чревато такое поведение на чемпионате? Прежде всего, такие сцены, которые могут увидеть телезрители во всем мире, наносят ущерб имиджу страны, из которой прибыли эти так называемые болельщики. Но бесчинства фанатов обычно имеют и вполне конкретные последствия. Так, по мнению главы Международного центра по спортивной безопасности Хельмута Шпана, России грозят пустые трибуны, ведь российских болельщиков наверняка лишат права посещать матчи турнира. Но не только. У российской команды могут отнять очки. А это будет фактически означать, что сборная не выйдет из группы. Ну и, наконец, исполком УЕФА даже заявил, что готов пойти на беспрецедентную меру – дисквалификацию команд России и Англии в случае, если беспорядки повторятся. Как отметил Хельмут Шпан в интервью газете «Бильд», многие российские фанаты, судя по всему, покупали билеты непосредственно перед началом матча и стремились попасть как можно ближе к английскому сектору. То есть, скорее всего, атака на английских болельщиков на трибуне стадиона была запланирована заранее. А онлайн-портал журнала «Шпигель» пишет, что нынешнее европейское первенство во Франции многие хулиганы воспринимают как своеобразный прощальный загул. Они считают, что на чемпионатах в России и Катаре стражи порядка будут отвечать на подобные эксцессы гораздо жестче. Кстати, отмечают эксперты, и само проведение чемпионата мира в России в свете последних событий становится все более проблематичным. Между тем, у комментаторов, да и рядовых болельщиков все больше вопросов к организаторам Евро-2016 и французской полиции. Так, спортивный обозреватель газеты «Франкфуртер Альгемайне» Петер Хесс отмечает, что в преддверии турнира было явно недостаточно сделано для предотвращения такого рода эксцессов. Французская полиция, судя по всему, полностью сконцентрировалась на предотвращении терактов и недооценила важность обмена информацией о хулиганах с коллегами из других стран-участниц чемпионата. Массовый расстрел посетителей гей-клуба в Орландо 12 июня шокировал весь мир. Жертвами преступления стали полсотни человек. Полиция США и ФБР ищут исламистский след. Что на сегодняшний день известно об убийце и как на трагедию отреагировали простые люди, выясняла Ольга Капустина. Соединенные Штаты еще не оправились от шока. Трагедию в Орландо называют самым массовым убийством в истории страны. В результате вооруженного нападения на гей-клуб погибли 50 человек, еще 53 ранены. Акции памяти жертв прошли в разных городах США, а также за пределами страны, в том числе в Германии, Австрии и России. Москвичи принесли цветы к посольству США на Новинском бульваре. Акция памяти была организована через социальную сеть Facebook. Тем временем полиция ищет исламистский след в стрельбе Амара Матина. Ранее правоохранительные органы дважды допрашивали выходца из семьи афганцев по подозрению в связях с вооруженными группировками. Но подтвердить их тогда не удалось, и расследование было закрыто. Бывшая жена стрелка сообщила полиции, что он был неустойчивым, вспыльчивым и временами склонным к насилию человеком. Когда он злился, он выходил из себя и срывал свою злобу на всем вокруг.
Эксперты нашли параллели с массовым убийством, совершенным полгода назад семейной парой пакистанского происхождения в американском городе Сан-Бернардино. Тогда погибли 14 человек. Сценарий очень похож. Ранее преступники особо не были заметны. Они были приверженцами идеологии группировки «Исламское государство». После совершения теракта ИГ взял ответственность за его организацию на себя. По словам экспертов, отследить таких преступников-одиночек намного сложнее, чем организованные группы. Президент США Барак Обама назвал произошедшее в Орландо актом ненависти и призвал американцев не поддаваться страху и сообща встать на защиту людей и наций. 2016 и 2017 – годы молодежного обмена между Германией и Россией. На фоне охладевших после конфликта на Украине отношений между Берлином и Москвой организаторы таких проектов говорят об их особенной важности. Мои коллеги встретились со школьниками, которые скоро отправятся в Петербург и Берлин, и спросили их, что они ожидают от своих поездок. Лео из Гамбурга скоро отправится в Санкт-Петербург, а Габор из Москвы в Берлин. 16-летний подросток в Германии уже был. Для 15-летней Леи путешествие в Петербург – первая поездка в Россию. В город на Неве она отправляется со своим классом на целую неделю. А Габор едет к своим друзьям в Берлин. Немецкий он учит с начальной школы. Германия – замечательная страна. У меня много друзей немцев. Может, именно поэтому у меня такое отношение к этой стране. Лея начала изучать русский 3 года назад. Язык ей очень нравится. Но прежде всего она с нетерпением ждет встречи с богатой историей Санкт-Петербурга. Мы побываем в Эрмитаже и других городских музеях. Еще в программе «Семейный день». Его мы проведем с принимающими нас семьями. Пока еще не все ясно и оттого волнительно. Мы же не знаем, что нас ждет. Попадем мы в семью, где девочка или мальчик. Очень волнительно. Оба подростка с беспокойством следят за развитием отношений между Германией и Россией. После событий вокруг Крыма они заметно охладели. При этом Германия все еще остается важнейшим торговым партнером для России. Этот завод Volkswagen в Калуге – один из наглядных примеров германо-российского сотрудничества в экономической сфере. Многое связывает обе страны и в культурном плане. Выставка немецких художников Кранахов стала одним из событий года в Москве в области культуры. И все же важным фактором в отношениях остаются санкции, которые Германия, как и другие страны ЕС, ввела против России. Так ЕС отреагировал на действия Кремля в Крыму и на востоке Украины. Насколько важно все это для молодых россиян и немцев? Сейчас нельзя сказать, что политика в России особенно плохая или хорошая. Во время обмена мы хотим сконцентрироваться на отношениях между людьми, а не на политике. Несмотря на то, что многие сейчас плохо отзываются о Германии, я думаю, внутри люди все же верят в то, что эта страна нам друг. Для того, чтобы наводить мосты, важно, чтобы молодежь из обеих стран могла лучше узнать друг друга, как это делают Леа и Габор. НАТО еще на этой неделе разместит дополнительные силы на востоке Европы. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, одна из главных целей – обеспечить защиту от возможной агрессии России. О планах Североатлантического альянса в новостном обзоре. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, НАТО планирует разместить в странах Балтии и Польши 4 батальона. Состав подразделения будет меняться по принципу ротации. Решение будет принято на встрече министров обороны государств-членов Альянса, которая начнется в Брюсселе 16 июня. Также Столтенберг не исключает проведение Совета НАТО-Россия перед саммитом Альянса в Варшаве в июле. Германия по итогам 2015 года стала 3-м в мире экспортером оружия, уступив США и России. Об этом говорится в исследовании британского аналитического центра Jane's Information Group. Почти 1/3 оружейного экспорта Германии приходится на страны Северной Африки и Ближнего Востока. Наиболее важными покупателями в этом сегменте являются Саудовская Аравия, Алжир, Египет и Катар.
Германия выделила 6 миллионов евро для поддержки гуманитарной программы «Неотложная помощь гражданским лицам, пострадавшим в результате конфликта на Восточной Украине». Представленная сумма рассчитана на 2016 и 2017 годы. Проект осуществляется в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. В ходе поездки Ангелы Меркель в Пекин подписано 24 соглашения о сотрудничестве между Германией и Китаем. Стороны договорились, в частности, о совместных проектах в Афганистане. В то же время Ангела Меркель призвала Китай соблюдать принципы верховенства закона. По данным гонконгских правозащитников, в Китае за год более 300 гражданских активистов и юристов были арестованы, доставлены в полицию или пропали без вести. Компания Microsoft объявила о покупке деловой социальной сети LinkedIn. Сумма сделки более 26 миллиардов долларов. Стоимость акций LinkedIn тут же выросла на 50%. Сообщается, что соцсеть сохранит свое название. Во Франкфурте на Майне состоялся скоростной забег Skyrun по ступенькам небоскреба. Высота дистанции 61 этаж. Победителем соревнования стал атлет Кристиан Ридель. Победитель преодолел 1200 ступенек за 6,5 минут. Всего в забеге приняли участие 426 атлетов. ДВ Новости расскажут о развитии событий уже завтра, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами.